Один приветствую здесь сегодня на нашем вечере, посвященном десятилетию общества. Начать я этот вечер, точнее не вечер, а просто собрание, хочу вот почтить память Александра Александровича Воронина. Минуты молчим. Я хотел бы вначале предоставить слово вот здесь присутствующему старому другу Александру Александровичу, Владимиру Филиппову. Вот он, вот интересно его маленькое сообщение, и видит некоторое наш мозг. Я бы хотел преподарить РАИБА в лице Георгия работу. Вот есть остров Санторин, всем вам известный прекрасно. В его чертах вот, можно угадать женское лицо. И моя сестра, дизайнер-художник Эстер Унитина, немножко переработала картинку острова, фотографию. Здесь вот, где находится звезда, возможно, было место Атлантиды по одной из версий. Вот. А работа с Александром Александровичем Ворониным. То есть вот здесь она сделала коллаж, как мне кажется, олицетворяющий чем-то масштаб его деятельности. Вот поэтому я могу торжествовать. Спасибо, Ворониным. Спасибо. Ну и портрет поставить, наверное, надо, чтобы так на сам чуть ясно. О, телевизор поставь. Телевизор. Вот, ну, я выступил очень кратко совершенно, потому что хочу больше дать слово людям, которые здесь собрались, потому что есть что сказать. Вот. Замечу, что мне кажется вообще, у нас никогда за все 10 лет нашего развития не происходило вот таких общих собраний на самом деле. То есть мы встречались по факту, например, открытие выставки, там, съезды, конференции, презентации, вот. Но, в принципе, собраний как таковых у нас не было. За исключением, правда. За исключением было в 5-7 году, вот, присутствующий Алексей Григорьевич, который польский не даст собрать, в клубе моряков имени Петра Великого на водном стадионе, вот, Антон Васильевич был, Никитина, Алексей Богдабов, вот. У нас были вот такие, человек 10, по-моему, максимум, вот. Были некоторые такие собрания, но в такой расширенном составе проводится на самом деле впервые. И мне кажется вообще, что сам факт проведения вот этого собрания, вот, я надеюсь, символизирует какую-то общность нашу, что мы не просто вот такое некое виртуальное как сообщество людей на бумаге или на сайте, или, как некоторые, ну, не обвиняют, но, может быть, считают. Вот это сообщество исследователей, которые работают по своим индивидуальным проектам, и нас объединяет только вот некая шахта, РАИБА, да? А вот действительно эта общность есть. И вот тот факт, что мы сегодня вот здесь собрались, все мы здесь сегодня собрались, это не просто здорово, а вот символизирует и вот, вот эту общность, которую я хочу сказать. Я не буду совершенно говорить долго и вообще даже, вот, собственно, да, что у нас сегодня собрало? 10 лет. Общество, вы знаете, оно было основано 25 апреля 2003 года. Что было сделано за эти 10 лет? Ну, с одной стороны, как посмотреть, с какой точки зрения? С одной стороны, мало, с другой, может быть, много. Ну, да, была у нас книжная серия, ну, не так долго, вечер, библиотека «Атлантида». Все-таки самое важное, наверное, это проведение двух съездов в 2003 и 2007 годах, Института океанологии. Все-таки это важно, потому что впервые все-таки институт, академический институт, вот дал нам свою площадку, и это, я считаю, очень симптоматично и довольно важно. Ну что, были много работы вот, в архивах, вот здесь, кроме меня, работал вот, Виктор Сан Саныч, Юрий Ворошниченко, вот, был найден архив Жирова, вот, он оказался в архиве Академии РАН, как раз рядом с институтом Шашова, на профсоюзе. И как раз вот этот архив Жирова, в общем-то, помог во многом Александру Александровичу написать первую биографию Жирова и так далее. Были всякие ТВ-проекты, выступления. Ну, много что было на самом деле.
Она, вот, на самом деле, самое главное, вот не знаю, согласитесь со мной или нет, самое главное было то, что вот мы собирались, то есть создался такой в чем-то уникальный круг совершенно разных людей, совершенно с разными, действительно, своими индивидуальными проектами, но объединенные как раз вот этой темой, Атлантиды. Были налажены связи с зарубежными коллегами. Вот. Но вот, я считаю, вот это самое главное, что было за 10 лет. Вот, отдельно остановлюсь на то, что было сделано за последние полгода. Вот неожиданно, совершенно вообще говорить даже об этом тяжело, скончался Александр Александрович. Вот, это, конечно, никак нельзя не пережить, не осмыслить, мне кажется, до сих пор в полной мере. Вот, и, значит, что было сделано за эти полгода? Ну, значит, была сформирована рабочая группа РЛИПА, значит, но перед этим был Координационный совет, выбран, собрался, точнее, вот, в лице Алексея Григорьевича Подъепольского, Николая Николаевича Липовничева, Василия Владимировича Шевченко, Елены Евгеньевны Сьяновой, Алексея Погапова, Елена Евгеньевича Кочемасова, других. Вот. И, значит, этот совет, коррекционный совет, замечу, кстати, мне кажется, это более выигрышное вообще само название. У нас что было раньше? Немножко выстроенное такое название «Верховный совет Верховного». Это немножко отсылает Верховному совету СССР, Верховной Рады Украины там, и прочее. Вот. Ну, просто вот коррекционный совет, значит, он избрал президента и двух его заместителей. Вот здесь присутствует Юрий Крашниченко и Алексей Комаровский. Вот. Рабочая, вот, значит, он избрал этих людей, а рабочая группа — это вот действительно те, кто вкалывает, грубо говоря. Вот. Надо было, например, мы приняли устав РЛИПА, вот кто потом захочет, может ознакомиться. Совершенно маленький текст, в принципе, там не помню, сильно, несколько страниц. Вот, устав был принят, значит, рабочей группой. Это Александр Петухов, вот, член тоже коррекционного совета, рабочей группы, Алексеем Комогорцевым и, значит, Алексеем Вагабовым. Вот такая у нас, в принципе, небольшая, Юрий Мишниченко. Такая маленькая рабочая группа. Потом мы решили, что... Кстати, устав вообще, вот, раньше у нас никакого устава не было. Но мы считаем, что все-таки если мы организация, то такая вещь нужна. Потом, вот те, кто захочет, я, конечно, по электронной почте это сделаю, вот, значит, анкету мы такую решили. Ну, просто чтобы вот, были базы данных каждого члена общества, чтобы, как вот, после смерти Александра, пришлось искать людей, иногда нет. Потому что, ну, хорошо, я знаю товарища такого-то, а многих контактов просто не было. Хорошо, если на сайте еще эти были, какая-то электронная почта и что-то еще. Вот, вот такая анкета, просто, если не сложно, потом в электронном виде запомните и вот пишите на мой электронный адрес, просто, чтобы было это в базе данных, как это. Вот. Значит, главный устав был принят, анкета. Ну, вы знаете, две презентации прошли нашего альманаха «Кронос». Вот, в библиоглобусе и вот здесь, в этих стенах. На самом деле, львиная доля времени пришлась и приходится на всякого рода встречи и переговоры. Вот такая же сейчас суровая, которые вот, любые какие-то контакты новые завязываются и завязывались, чтобы наше общество не просто там рекламу ему сделать, да, а вот найти какое-то финансирование, по-моему, и прочее, прочее, прочее. Вот, практически с нуля, вот это тоже, наверное, очень важный момент, практически с нуля был вот собран весь корпус, весь массив, скажем так, второго тома, второго выпуска нашего «Кроноса», потому что те материалы, которые были в компьютере Александра Санча, вот по факту их вот дочка переслала буквально ну, 5-6 всего материалов, статей, все остальные пришлось вот, узнавать, спросить и так далее. Сейчас, по-моему, даже этот второй номер у нас получится более ударным, более интересным, и возможно, даже мне придется дорезать часть авторов, в том смысле, что уже материалы ну, перевешивают тот объем, который необходим. Вот. Отдельный разговор будет у нас с главным редактором Ильичем Дмитриевым. Мы хотим все-таки как-то более грамотно составить договор, чем был прошлый по первому номеру. Почему? Потому что, например,
ни зарубежные авторы, ни переводчики не получили. Ну, не было прописано, что они имеют право на получение бесплатного авторского экземпляра. Вот, по поводу, чтобы мы, как, так сказать, владельцы данной интеллектуальной собственности, могли что-то иметь вообще с продаж этого альманаха, если это возможно прописать, чтобы была бы прозрачная вот, электронная верстка, чтобы высылалась авторам, а не бегать, что называется, бумажкой, собирать у авторов правку. Была электронная верстка, электронный макет потом, чтобы нам дали, мы могли распространять в электронной виде альманаха. И так далее, и так далее. Вот над этим сейчас придется работать. Самое главное, вот, о чем я скажу, об этом будут говорить люди здесь присутствующие, я буду краток. По поводу вот, концепции развития вообще нашего общества. Ну, я считаю, что важно понять, что вот, говоря о концепции да, нашего общества, она может быть разной. Вот. Но мне кажется, надо представлять какие-то приоритетные направления развития, стратегии развития должна быть. Надо понять, что вот мы сами, вот субъекты этой концепции, да, объект — это вся древняя история. И вообще, мы тоже пришли к этому пониманию, что наше вот как бы исследовательское концептуальное поле — это не только онтология, а вот весь спектр вот всех древних цивилизаций. Вот это важно. И кстати, вот мы немножко перекликаемся, естественно, по тематике вот, своей лаборатории административной истории. Вот. И надо как-то вместе работать. Я просто совершенно открыто говорю, что как бы существует некая такая критика, назовем ее условно говоря, слева. Вот, они говорят, мы дело делаем, а вы там в империях летаете, грубо говоря, монахами занимаетесь, еще чем-то. Ну, я считаю, что как бы здесь как сказать, есть не спор даже физиков и лириков, а как бы теоретические вещи тоже важны и нужны. Вот как ЛАИ собрало огромное количество действительно артефактов и таких открытий по всему миру, и сколько же на самом деле уже и в той же лаборатории делается, много и теоретических очень работ. Их еще надо осмыслить, вести в базу данных, как-то структурировать. Это тоже большое дело. Важно понять, когда мы говорим о концепции, что вот онтология — это действительно, что Александр Александрович пытался пробить, что это междисциплинарная наука, прежде всего, с одной стороны. С другой стороны, это, не побоюсь сказать, это некое все-таки экзистенциальное даже понятие, какой-то интегральный, сакральный какой-то комплекс, в каком-то смысле. Значит, главное, что я считаю по концепции нашего развития, это пришло время, действительно, и неважно, так сказать, признает нас официальная наука, там официально, это обычно не вывешивается на каком-то сайте. Значит, главная задача – это слом существующей в настоящее время научной парадигмы исторической науки, я считаю. Вот это главное. Потому что найдено столько вот уже артефактов, открытий, теоретических наработок вообще вот нашими людьми, другими, зарубежными коллегами, огромными. Просто надо осмыслить и структурировать. Это самое главное, считаю. Вот. Это что угодно может быть. Можем сделать некий учебник по альтернативной истории, там, его сетевую хотя бы для начала версии. Потом в этом направлении, что я предлагаю, были предложения людей, которые здесь присутствуют и будут говорить, надеюсь. Можно, значит, сделать некий каталог всех артефактов, которые, скажем, да, не написано на Эдинокласс, но примерно вот то, что не может официальная наука объяснить, там, начиная от каменных шаров Коста-Рики, пирамидами, ну, огромный-огромный, на самом деле, этот каталог можно сделать. Можно составить некий вот вопросник, назовем условно так, тех проблем, которые мы бы хотели решить, ну, понятно, что физически мы в состоянии обработать, но предложить официальные науки. Вот скажите то, например, вот мы говорили с Василием Владимировичем Шевченко здесь присутствующим, ну вот, например, такой вопрос, действительно, меня вот волнует. А действительно ли вот был, например, вот эта смена инверсия полюсов Земли или нет? Если она была, имеет ли это действительно физический характер? И так далее. Вот как бы это не левый вопрос какой-то, который может официальная наука игнорировать. Это, в принципе, тоже уже интересно. Вот некий такой вопрос сделать тем приоритетных направлений.
Вот интересная очень тема, конечно, вот, системы пирамид. Вот, а как раз вот присутствующий здесь Игорь Григорьевич Почемасов, один из первых в свое время страниц журнала «Техника молодежи», «Науку и жизнь», не помню сейчас. Пирамида вроде. Ну да, но вы писатель как раз, да? А пирамида вроде не писал. Писатель, писал. Вот. То есть, а в смысле, что это такое? Уже давно понятно, что это не гробницы. Вот. Я думаю, не будет ничего плохого, если я скажу, что вот Александр Борисович Петухов здесь присутствует. У него очень замечательный, интересный есть материал. Вот второй номер нашего Кроноса. О пирамидах как глобальной системе технологической безопасности. Вот. На самом деле, вот, если кто видел, даже фильм снят, ну понятно, значит, называется он так выставлено интересно «Апокалипсис Стоунхенджа», значит, «Древнее пророчество». Кто не смотрел? Вот. Ну, там они такую версию, сейчас скажу, сложно сказать, что вот действительно они, даже люди, вот, которые работают в бизнесе, вот, в кино, они понимают, что это действительно пирамида, это некая система. И вот в том числе и мегалиты и так далее. И вот там, значит, это работающая система, в данном случае Стоунхендж, он заводит все другие пирамиды, они начинают взрываться, ну всякая глупость. Но вообще интересно. Да, вот. Хорошо бы выяснить конкретные исследовательские проекты, которые Саша собирается делать, как бы его некоторых, общую копилку нашего общества. Вот. Есть еще, скажу сразу, это большая работа, некий мегапроект, я его сколько там для себя называю, то есть выйти на международный уровень, связи у нас есть, и, надеюсь, еще будет больше, создать международное общество по изучению проблем Атлантиды, и, возможно, какой-то международный альманах многоязычный издавать, ну и так далее, есть такие работы. Вот. В общем, я считаю, что наша задача сейчас обратная той, которая была у последних жрецов или магов Атлантиды, о которых писал Брюсов, которые перед катастрофой Атлантиды, значит, они унесем зажженные, значит, а мы, мудрецы и поэты, хранители тайной веры, унесем зажженные светы в катакомбы, в пустыне, в пещеры. Вот. Нам надо этот свет, наоборот, из пещер нашего незнания вынести людям. Вот такая наша главная задача. Вот. Ну, у меня все. Спасибо большое за внимание. Значит, сейчас люди просто некоторые уходят, торопятся, поэтому я предоставляю слово здесь присутствующую Юрию Ярославовичу. У меня какое-то выступление будет небольшой короткой, но я думаю, что это как раз продолжение вот того, о чем мы говорили Георгий. Потому что я хочу повести разговор по концепции альманаха. В свое время, когда мы встречались с Сашей Ворониным, он как раз говорил, что он хотел бы видеть все-таки этот альманах, ну, как более аналитический. То есть, чтобы в нем присутствовали не только вот те работы, которые нам присылают, а чтобы там был и их анализ. Поэтому я вот так вот подумал, и у меня так вот мысль, она уже, может быть, была и не первым, это делать приложение к альманаху. То есть оно может быть по объему и небольшим, компактным, но выходить раз на два года. И там можно как раз публиковать вот такие аналитические статьи, делать анонсы, там, скажем, следующих выпусков альманаха, может быть, там какие-то анонсы там, наших будущих встреч. То есть нам по существу нужен наш рабочий орган, то есть печатный орган РАИП. То есть альманах это ежегодник, он выходит, это вот как вот, ну, за сборник. А здесь именно нужен вот какой-то вот такой вот печатный орган, ну, может быть, там небольшого объема, там, скажем, ну, хотя бы вот раз полгода, вот, чтобы мы там могли осветить вот все наши деяния, вот, все наши поступления. Вот. Можно перевью? Да. Это, конечно, вот в идеале хорошо бы, но я понимаю, что редко все выходит. Скорее на сайте мы сможем это вот
оперативно ну, какую-то да. ссылочку иметь там. На сайте это да, но все-таки вот, критически найти эти статьи. Это да. Или если это не получается, так, тогда можно что-то вот печатать в альманахе. Ну да. То есть там делать, допустим, раздел там или дискуссионный стол, там, круглый стол. Вот, то есть, но такой анализ должен присутствовать. То есть, чтобы понимали, о чем мы пишем. Потому что бывают же разные точки зрения, но на один и тот же материал, но ведь мы же не всегда вот можем так вот собраться и высказаться, а высказаться хочется. Критически. Вот именно с критической точки зрения посмотреть вот на этот материал. Поэтому вот есть вот такое предложение, тем более ну, мы сейчас вот с Николаем Николаевичем сейчас вот говорили, но опять-таки все возникает вопрос финансовый. В том числе. Ну, кстати, я забыл, просто не сказал. Вот есть такая задача, она Александр Александрович этим занимался в свое время. Вот, придется все-таки нам как-то два раза в год вот, какие-то взносы принимать. Да, и вот по поводу взносов, потому что... Это сайт нужно... Да. То есть... В принципе, это может быть вот, годовой взнос, но разбитый там, скажем, на полгода. Ну, или какая-то? Ну, сумма 2000. Вот. Ну, так предложили. Да, проще 2400. Почему? 12 месяцев. Может быть, вот такой, да. Это обдумать. Тогда уже я могу сказать конкретный пример. Я сейчас вот связался с обществом Фрейдинга в Германии. У них годовой взнос составляет как на наши деньги 2000. Например, там у них 50 евро. Да, кстати, после выступления значит, можно сразу вопросы задавать, чтобы потом забудется. Там, да. Дискуссия будет после, и там есть. Вопрос есть. Вот в альманах там были. Сборник статьи отбирать. Надо отбирать статьи, которые написаны простым, понятным языком. Без заумных всяких и без мистики. Должно основываться только на логике. И если на простейших математических или физических расчетах. Не надо лезть в дебри и фантазировать что-то. Надо именно по логике. Кстати, да, правильно заметил Василий Григорьевич, вот замечу, что у нас вот сейчас вот у вас, Геннадий Андреевич, да, монах, ну потом посмотрите, значит, да, у нас вот ряд советов, ряд коллегии там написано. А мы сейчас решили, что вот ряд коллегии, собственно, это боевой такой орган, то есть реальные люди, которые реально работают. То есть, вот, сейчас я начал рассылку, например, материалов, чтобы люди смотрели, а годится вообще этот материал, не годится, не все такие даже. Вынесли свое экспертное мнение. Вот. Публикуем или не публикуем. Вот что такое редко. Так, есть еще какой-то вопрос? Вот у меня есть какое-то предложение, все-таки печатный орган, какой будет тираж этого сборника, он по-любому будет небольшой. Мне кажется, основную ставку надо делать в наше время на интернет и на создание какого-то портала, может быть, вот как вы сказали, статьи. Это же можно сделать, ну, как в вики-версии, вот, по всяким артефактам, интересным фактам, местам. Ну, другое дело, что это должно улучшать. Бумажные, многие занимаются. Не, ну и бумажные, естественно. Бумажные мало кто читает, потому что. Да. А меня вот насторожила точка зрения, что нужно вот такие строгие статьи, хоть и простым языком писать, и что кто-то будет решать, эта статья вот своевременно нужна ли, нужно все-таки где-то и открытую трибуну сделать. Потому что некоторые идеи, некоторые гипотезы начинают цениться позднее, чем вот какой-то текущий момент. И они могут просто уйти из поля зрения. Сан Саныч очень внимательно относился, незнакомым или много лет, к
малейшим даже вот каким-то творческим знанием. Да, понимаете, всерьез вот нет, критиковали его за то, что включал общество разных людей, которые... Георгий, ну понятно. Георгий, поправка. Да. Что-то нет, здесь это... надо продумать. Нет, я не помню. Давайте, давайте, чтобы вопрос был в порядке. Если есть доклад, вопрос к докладчику, это есть обсуждение, мы лучше пройдем после. Обсуждение прозвучало, Я забыл, прошу прощения, сказать о регламенте, что у нас определенные сжатые сроки вот всего этого, и вот тот, кто будет выступать, вот как Юра, так это максимум 10 минут, и, а потом может вопросы в течение 5, а потом уже дискуссия уже тоже постфактум уже. Ну, да. Так, если никого и нету, то спасибо большое. Значит, Александр Борисович Стрюков, прошу. Очень интересное название и актуальное. Это Одностология. Кто в лес, кто по дрова. Я сначала немножко о себе, потому что меня, может, не все, собственно говоря, знают. Я, собственно говоря, сам из космопоиска, вообще этим вопросами подпалил контакта. Я, в общем, начал заниматься с 75-го года. Ну и раньше меня больше всего интересовали вопросы, связанные как раз вот именно с гипотезой поликонтактов, следов высоких технологий и тому подобное. Вопросами Атлантиды я, хотя специализированно, подчеркиваю, не занимался, но тем не менее вот все новости, связанные с этой тематикой, я старался следовать. Вот поэтому и в дальнейшем, если вы у меня найдете какие-то сейчас вот неточности, только буду рад, если вы потом мне на них укажете. Ну а с другой стороны, вот окунувшись более плотно в атмосферу РЭИПа, наверное, вот эти самые пробелы, если они есть, они мне и позволили вот увидеть некоторые кризисные моменты, на которых я, собственно, хотел бы, собственно, с вами поделиться своим мнением. Понимаете, какая вещь, что сейчас для большинства народа, не раз беру, что стало не нужно, а модно искать следы Атлантиды в любой акватории на суше. Ведь сами знаете, что на сегодняшний день существует порядка 40 адресов, как сказать, Девятый исследователи склонны видеть следы древней атлантической цивилизации. Но это, в свою очередь, говорит не столько о широком распространении влияния Атлантиды, а об отсутствии согласия и единой концепции в рядах исследователей всего комплекса загадок альтернативной истории, и в частности Атлантиды. Ведь смотрите сами, только одни гипотезы, я их точно не считал, но связанные с Атлантидой, это исчисляется уже десятками. А между прочим, известно, что количество гипотез о предмете исследований обратно пропорционально пониманию самого предмета исследования. Куда хотите, куда идти, или что называется, вот с этим что и делать. Так вот, если считать, допустим, платоновскую Атлантиду центром какой-то древней цивилизации, которая в древности контролировала значительную территорию планеты, то нельзя исключать, что вот эта процивилизация могла иметь некие форпосты во многих точках мира. И также нельзя исключать, что эти форпосты в архитектурном смысле могли повторять планировку центра, то есть столицы Атлантиды, которую в свое время описывал Платон. А и ближайшая аналогия здесь является наш самый вот, московский дом правительства, упрощенный уменьшенный вариант, который есть практически во всех городах и городках России. Но, к сожалению, никто, может быть, вы меня здесь и поправили, из атлантологов до сих пор не провел полноценный морфологический анализ древних сооружений, приписываемых атлантов или их потоков, на предмет детального совпадения или отсутствия таких совпадений, я имею в виду с описанием Платона. И вот, а эта работа, в свою очередь, могла бы более четко выделить возможные границы атлантической, я в кавычках пока называю, империи. И вот мы тут говорили много, что касается этого сборника Кронос. Он действительно, в общем-то, является ярким примером того, что у нас пока концепции нет. И дело в том, что этот сборник, в общем-то, посвященный, скажем, загадкам древней истории, с одной стороны, безусловно, получился интересным и познавательным. Вот я его прочитал полностью. Но с другой стороны, эта интересность, простите меня за такие, наверное, не очень, скажем, парламентские сравнения, иногда мне напоминает безвкусный наряд балаганной танцовщицы. Спросите, почему? Отвечу. Таким сборник получился по той прозаической причине, что, еще раз прошу прощения, больше нечего печатать. А нечего печатать потому, что у большинства исследователей и последователей альтернативной истории в последний год никаких, почти никаких, концептуальных идей или грамотных локальных разработок, в общем-то, не появилось.
Вот само оглавление, если вы внимательно посмотрите в сборник, показано, что от антологии альтернативной истории вообще движутся, причем отсюда и название доклада, кто влез, кто под рабом. И опять же, мы спотыкаемся здесь о том, о чем уже начал говорить Георг. У нас пока нет ни общей идеи, нет ни общего генерального курса. Отсюда и шарахами из стороны в сторону. И если кто помнит, все это очень напоминает ситуацию из старого анекдота про генеральную линию коммунистической партии. Левый уклон, правый уклон, а между ними генеральная линия. Так вот, и вот вы наверняка все читали вот этот сборник и можете сравнить уровень, с одной стороны, четко написанных статей, в которых предлагаются конкретные критерии поиска, грамотные, там, взвешенные оценки найденных артефактов, а рядом соседствуют работы, в которых отсутствие идей просто заполняется абзацами отключенных рассуждений или огульно безоказательных вообще. Теперь немножко совсем недавняя история. Все смотрят телевизор и недавно все видели и слышали о недавней катастрофе, которую устроил торнадо в американском штате Оклахома. И на кадрах, опубликованных в СМИ, видны куча там обломков, хаотично разбросанные на большой площади. Все видны. Ну и простите за сравнение, но эта картинка деятельности торнадо у меня, например, вызывает ассоциацию с направленностью наших собственных исследований. Конечно, у меня нет сомнений, что в свое время там, спасатели в Оклахоме разберут им мусор, ликвидируют, завалы там восстановят, что можно, отстроят, что нельзя восстановить, все это понятно. Но вот именно поэтому пути, как это ни печально, придется идти нам, членам РЭПа. Правда, конечно, свое помощь. И я далек от мысли, что перед вами играть роль там какого-то гуру. Я просто хочу вот поделиться с вами вот мыслями о необходимости действительно выработки новой концепции РЭПа и попытаться направить исследование на какое-то, с одной стороны, обозримое, упорядоченное и, самое главное, практическое русло. Прежде всего, действительно придется разгрести вот эти самые завалы от ложной, непроверенной информации, осмыслить, что в нашем арсенале есть действительно полезное, а что ложное, лишнее, а что есть перспективное. И вот остаток, как правильно говорил Георг, еще наверняка я не буду об этом говорить, и вот остаток этот каталогизирует. И вот поэтому давайте еще раз вернемся именно к теме Атлантиды. Всем известно, что человечество об Атлантиде поведал Платон в 1060 году до нашей эры. И вот с тех пор по поводу Атлантиды, я это прочитал за время, что написано, вдумайте в цифру, более 40 тысяч книг и статей. Наверное, их с каждым годом количество растет. По этому поводу даже шутка существует, что если эту величину 40 тысяч номинований публикаций умножить на тиражи и сдать, и всю эту массу бумаги положить на этот континент, архипелаг, называйте как хотите, то он бы действительно утонул под весом бумаги с обсуждением его судьбы. И вот такая популярность Атлантиды среди исследователей и журналистов, она понятна, поскольку судьба таинственной цивилизации волнует очень все прогрессивное человечество. Здесь обсуждать-то нечего. Но, кроме того, к сожалению, как я уже говорил, писать на тему Атлантиды, к сожалению, стало и становится действительно модным. А эта мода, в свою очередь, выдавливает в сторону любые практические исследования, новаторские идеи. Почему? Да потому что там таблицы замеров, еще чего-то. Такое никому не интересно. Но зато все эти конкретные исследования, они подменяются общими рассуждениями на тему или аналитическим обзором ранее выпущенных изданий. И все. Тема Атлантиды встала. Она забуксовала, поскольку просто невозможно бесконечно анализировать уже проанализированное, и опять же бесконечно оспаривать, насколько тот автор прав или не прав. Атлантология оказалась действительно в кризисном тупике. Вот из-за почти полного прекращения поиска новых направлений или актуальных тем исследований, имеющих действительно некое практическое значение для продолжения, скажем, еще дальнейших реальных поисков. Теперь вопрос. Как из этого кризисной ситуации выбраться? Как говорится в известном анекдоте, я за всю Одессу здесь говорить не буду, но, по крайней мере, я постараюсь вам сформулировать так, как я это вижу.
Так вот, выбраться из кризисного тупика, на мой взгляд, можно только переведя, по крайней мере, российское изучение антологии вот, в некий практический рельсы. А для этого необходимо, во-первых, в рамках РОИПа разработать программу, подчеркиваю, практических исследований, вопросов о антологии, стоящих в неразрывной связи с тематикой про древние цивилизации и культуру планеты. И вот эта программа, в свою очередь, должна включать максимум, еще раз подчеркиваю это слово, конкретных тем. Вот первое, подготовку каталога артефактов Атлантиды, который должен включать все находки, имеющие отношение к заморожному континенту, острову и архипелагу. И в этом отношении мне нравится точка зрения Шевченко, я думаю, которую мы здесь озвучим. Дальше. Необходимо подготовить компьютерные, желательно интерактивные географические карты этих самых находок на основе вот этого самого каталога. Провести подготовку обзора основных, чтобы по всем книжкам не шарахаться, обзора гипотез, о причинах гибели Атлантиды, обоснования сильных и слабых сторон каждой из них. Провести подготовку, а может быть даже и создание компьютерной интерактивной географической карты с расположением Атлантиды по жирову. Знаете его книгу, повторяю, не буду. И вы не хуже меня знаете, что ныне известно несколько десятков попыток графической реконструкции очертания Атлантиды чуть не во всех концах света. Но я вот лично не знаком ни с одной корректной работы, которая бы увязывала информацию, начиная с Платона, с наработками Жирова, именно в картографическом и геологическом аспектах. Далее. Желательно, очень желательно, изучить по древним источникам торгово-экономические, культурно-научные, военно-технические связи Атлантиды с другими центрами древних цивилизаций и нанести эти центры на карту. Следующий пункт. Подготовить указанные материалы, как уже здесь говорилось, для следующего сборника. Следующий вопрос. Продумать вопрос о подготовке трехмерных объемных изображений, в том числе компьютерных моделей географического расположения Атлантиды. И если это получится работать, то мы сможем, организовав все выставку, конференцию, все что угодно, привлечь к деятельности нашей деятельности не только СМИ, но и возможность заинтересовать потенциальных спонсоров. И далее. Можно попытаться сделать опять же трехмерные объемные карты, допустим, реконструкцию столицы Атлантиды для тех же целей, взяв за основу книгу Дроздова «Атлантида в Атлантическом океане от Москвы строй 192 года». И для обсуждения вот полученных результатов действительно можно и нужно, правильный вопрос, по-моему, поднимался, организовать либо атлантические чтения, либо иной какой-то форум, где действительно мы можем что-то обсуждать, о чем-то разговаривать за периоды времени менее чем год, допустим, между вот нами такими вот собраниями. И естественно, что для повышения зрительного эффекта от этой выставки семинара. Действительно, нам предстоит еще, может быть, найти специалистов по изготовлению вот этих самых объемных экспонатов. И в этом случае наша деятельность получит зрительную привлекательность и будет пользоваться и вниманием СМИ, и печатными, и телевизионными, каким угодно возьмем внимание. И в части вот организационных мер, чего мы всегда, мне кажется, опускаем, это желательно продумать вопрос о привлечении в наши ряды молодежи работать с ним, действительно, в рамках конкурсов, семинаров и т.д. И чтобы совсем мой доклад не был, в конце концов, голословным, я просто сейчас попробую вам зачитать, как я вижу, как должна вообще звучать, в случае поправите, вот, собственно, концепция РОИПА. То есть концепция РОИПА должна сводиться к продолжению поисков материальных и культурных следов Атлантиды, рассматривая эту працивилизацию в неразрывной связи с другими древнейшими человеческими культурами. Вот спасибо за внимание, я закончил. Браво. Спасибо. Вопрос. Или потом обсуждать будет, потом или нет. Ну, как того, да. Чтобы... Кстати, заполню сам себя. В данном случае забыл сказать, что мне кажется, надо не забывать. Мы говорили о каталогизации, о каталоге, о артефактах, открытий, но надо, не надо забывать, как бы, скажем так, символический некий ряд. То есть вот символически, то есть вот, допустим, какие-то изображения, вот, например, мантула, да, имеет отношение к Атлантиде, ну, грубо говоря, мы говорим о концентрической структуре, там столице Атлантиды, там, Посейдониса и так далее. И так далее. И очень много что имеет. Вот, например,
Вы знаете, была конференция на острове Милос в 2005 году, материалы издан, они вот выработали, вот как мы собрали здесь, да, 24 критерия точных они определили, по которым, это имеет отношение к Атлантике. Вот она погибла, такая была столица, вот такие базовые вещи. Вот по поводу этого, кстати, тоже стоит подумать, дополнить это. Хорошо, все, значит, тогда Василий Владимирович, чем слово? Максимум 10 минут. Например, мы не можем. Вычислительный центр, все стихи. Ну, во многом мое выступление в унисон звучит выступление Александра Дмитриевича, многое, что хотел Борис Чеда, все, что хотелось, то... многое он уже сказал. Ну, извините. Хорошо, это очень здорово, когда вдруг там синхронизм, да, видение. Вот, поэтому, ну, дополню только. Ну, в общем, жизнеспособность всякой сущности, там, человека, организации, во многом определяется тем, насколько Богу с ним не скучно. То есть насколько она идет в ногу со временем. Поэтому вот одна из легенд 20 века, так точной науки, Анатолий Алексеевич Доронницын, наш основатель и учитель, он говорит, когда-то и математика была описательной наукой. То есть всякое исследование чего бы то ни было проходит естественный период. Сначала, когда ничего не понятно, надо хоть на описательном уровне за что-то отцепиться. Но потом обязательно, если это развивается, идут следующие фазы. И так и тут. То есть, если мы будем продолжать вот так вот, вот к 45 тысячам дополнять еще там много-много таких же, мы уже забуксуем. Мы не пойдем в ногу. Океан сбегу. Да-да-да, океан потом уже начнет подниматься, поэтому вот, как бы концепция сформулирована. Я просто альтернативные варианты, это примерно тоже 15 слов, они созвучны, можете из них скомбинировать. Я так у меня вот, формирование и развитие научных направлений, посвященных исследованию вопросов, связанных с возникновением и развитием земной цивилизации. Вот где-то они примерно одинаковы, может быть, из них что-то родится. То есть, таким образом, уже многие, кстати, вот конкретно из того, что сказал Александр Борисович, уже многие какие-то прорисовываются. Вот, скажем, ну, простые вопросы, них никуда же не денется. Ну, всем ясно нам уже, что, конечно, была мощная какая-то цивилизация. А вот откуда она взялась, тут что-то как-то не говорит. Кто говорит Сириус, кто говорит Марс, Набиру и Бор Красный, это одно и то же. Кто-то вот, Алексей Григорьевич, там вообще 100 тысяч, говорит, разных этих самых планет. Мы тут какой-то маленький муравейник, на который может обратить это внимание. Ну, ведь как-то же конкретно будет. Не может быть и так, и так. Кто-то там параллельные измерения, там, говорит, ну, вот, не очень хорошего понимания математики. А к чему параллельные? Вообще, знаешь, более общее понятие. И когда ты переходишь, что есть пространство, начинаешь разбирать тут. Ну, это частный случай, почему-то индублирование. Значит, здесь конкретный вопрос, вот вам научное направление. Да как же было-то? Все-таки, если Марс, так Марс, если, так сказать, Орион, так Орион, или 100 тысяч цивилизаций, ну, да как же? Вопрос открыт. Вот это столь же конкретно, как решение конкретной математической проблемы, или там онкологии и так далее. Далее, вот они сюда появились, а здесь что было? Кто был обезьяны, или уже все-таки они чуть-чуть нас опережали, может быть, например, так, что мы много раз уже вот ставят жесткий вопрос природы. Слушайте, ребят, пока не прозреете, не образуемся, не только тарелок наделаете, но будете гибнуть. Может быть, уже за наше время там миллионы, 10, 20, 30 раз, то Марс прибывался, то Земля, могли перекидываться. Ну как, мало так-то. Вот. Так, а что же здесь было в момент, когда вот то, что мы сейчас-то наблюдаем, что еще не стало там этим палеонтологическим слоем. Здесь кто жил, как второй, тоже конкретный направлен. Ну и вот, соответственно, вот в таком духе вот эти все направления, если начнут сформироваться, тогда да, это будет и очень интересно, и содержательно, и полезно для всех. Ну и вот про разные конкурирующие вроде бы не нужно тут бояться, столько работы. Вот и какие-то амбиции там, мне вот немножко честно говорю, ну смешно, когда вы начинаете спорить там с Олегом, ребят, ну вы вот, да в конце концов, ну какая разница, там, вот это вот, или работа покажет,
Давайте двигаться. Пусть будет РАИПа, пусть будет лаборатория. Там. Александр Александрович, там-то и мудрый человек, что у него все были собраны. Потом можно ставить вопрос об энциклопедии, да? Ну, как, кстати, там... Энциклопедия, говорили, да. Вот Вадим Александрович, он замечательные места, да, в России. Вот уже некий задаток. Это российская антропология понять, так. У нас была идея российская. Да, где каждый... Вот, он уже многое сделал, да, там. А столько терминов, столько... Термины персональные, концепции... Давайте вместе объединяться, так сказать, пусть и лах, и все. Столько работ, столько статей. Так давайте, как бы... Ссориться и драться, дело не хитрое. Балжирный городок, дурное дело не хитрое. Вот, собственно, то, что... Спасибо, да, Павел. Да. Так, ну, вопросы какие-то есть или потом? Потом, так, пожалуйста. Так, ну тогда Алексей Григорьевич хотел японский что-то сказать. Ну, давай. Я помню. Так, да. Так, пожалуйста, покороче, если... Да. Вот тут говорили о картине. И так далее, артефактор. Но все забывают. Атланты тоже были люди. У них было свое мировоззрение, своя психология. На это мало кто обращает внимание. Психология людей, она в принципе не меняется. Меняются окружающие условия, возрастает техника. От меча. Космическую ракету. Но психология остается примерно одинаковой. Человек живет, он хочет быть счастливым, чтобы была семья и так далее, и тому подобное. С другой стороны, как только в нашей цивилизации образовались первые централизованные государства, появилась политика внутренняя и внешняя. А Платон что сказал в конце об Атлантиде? Атланты вознамерились захватить мир. А это мало кто обращает внимание. А это значит, что политика Атлантов была агрессивной. Ну, заметим, что говорил человек со стороны этого. Правильно. И он правильно сказал. Он правильно сказал. А политика Атлантиды была очень агрессивной. Современные историки, ну, начиная, грубо говоря, с Карамзина, вот, я имею в виду в России, какие-то реписи, документы старались искать. Про Атлантиду, кроме Платона, документов нет. Но, может быть, они есть, как говорил Шерлок Холмс. Тайны лучше всего прятать на самом видном месте. Может, есть, их никто не видит. Оказывается, достаточно посмотреть на всем известные древние сказания, скажем так, чтобы понять, что в них рассказывается об этом. Эти сказания знают все, по ним примерно они записаны в времена Платона, 2500 лет назад, письменно говоря. Так как они до того передавались в устном изложении, то пересказчики что-то забывали, что-то добавляли, путали место действия, забывались именно действия жрецов, появлялись свои. И они оказались записаны в последнем изложении. Платон, получив всю рукопись, начал ее читать, он писал уже в изложении. Дойдя до определенного момента, он вдруг понял, что тут написано об Атлантиде, и что о его время, с его знанием объяснить многое просто не мог люди. И он оборвал свою рукопись об Атлантиде. На пол, буквально на полуход предоставит дальнейшую работу в грядущем поколении. Могу сказать, эти сказания всем известны. Называются они мифы Древней Греции. Если их расставить в определенном порядке, а именно Аргонавты, Геракл, Илиада, Одиссея, Персей, Тезей, получается одно большое предание с одними героями, выполняющую единую задачу, и все действие происходит в течение примерно 25-30 лет. Читать надо, написаны эти предания были тогда еще, после гибели Атлантиды, скорее всего. Я назвал это письмом в будущее.
при изучении предания выяснилось, что наша цивилизация повторяет ошибки прошлого. Цивилизация прошлого кончилась всемирным потоком, сирийским, войной, страшнейшей войной. Так и у нас. Прочитать легко. Есть такая вещь, называется ахроматический шифр. Шифр известен с глубочайшей древности. Картина в словах. Но смотреть на, понять, что несут в себе эти мифы, можно только с позиции высокой технологической цивилизации, которая является уровнем, который достигла наша. Только тогда становится много, очень многое понятно. А в доказательство? Я вам сейчас покажу кое-что. Вот это вышел первый том. Только что вышел. Только что. Я получил 3 дня назад. Вы даже еще в интернете. Это только первый том. Писалось 12 лет. Здесь множественные проработки. Редактор. Очень здорово. Очень здорово. Выбросить довольно много. Скандально, скажем так. То, что касается политики именно. Так, ну ладно, подпишем тут потом. А, Вера, спасибо. Анонсировать, да? Да. Вторая. За выступление. Спасибо. Мне очень понравилось выступление. Вот за одной подписки. Когда закончил? Закончил? Да, потом. Ага, потом. Всем еще раз добрый день. Я сзади сидел, да, не успел со всеми здороваться. Постараюсь быть кратким. Сейчас не знаю, в каком статусе нахожусь, там действительно член Рейнбанка. Сан Саныч, светлой памяти его, да, меня как бы инкорпорировал в Рейба. Вот, и, в общем, хочу еще раз вспомнить, сказать ему огромное спасибо за это. Душа лучше был человек. Не буду, опять-таки, долго говорить. Хочу несколько просто практических соображений сугубо из этой личности. Причем продолжая как бы, и твой как бы, доклад, и Саш твой. Вот, единственное, немножко как бы, я утрировал бы и сказал бы, что, в общем-то, на мой взгляд, оккультология сегодня находится в глубоком кризисе. Вот, и именно из этого нужно исходить. Несмотря на то, что я не отслеживаю всю как бы, там, периодику, литературу по оккультологии, но как бы, при этом в курсе дела. В общем, на мой взгляд, за последние там, 30 или 40 лет, во-первых, не появилось ни одного нового письменного источника, который бы доводил сведения о острове или цивилизации в Атлантике. Нету их. Все, что появляется, информация, это там постройки Бимини, там, еще там. То есть это как бы артефакты на дне океана, которые так никто еще и нормально не исследовал. Письменных данных нет. Что касается вот того, что шла речь о мифах Древней Греции, прошу прощения, мне кажется, здесь тоже нужно быть аккуратным, потому что мы читаем эти мифы в лучшем случае в переводе товарища Куна на русский язык, вот, а смысл древнегреческого языка, самих терминов, он гораздо более глубокий. Поэтому, не зная древнегреческого, вот, анализировать мифы греческие по русскому тексту очень неперспективно, потому что мы сразу попадаем на перевод, на переговор. А древнегреческий язык, как и русский язык, он в каждом понятии, в каждом термине несет гораздо больше информации, нежели мы можем прочесть в переводе. Это первое. Второе. По поводу вот, письменных источников я закончил. По поводу, так сказать, перспектив развития оккультологии. Мне кажется, что нужно выходить на области смежные и в первую очередь технические. То есть картография, космическая съемка. Я тут на днях встретил не то в Фейсбуке, не то в ВКонтакте.
Помнишь, да, фотография из Гугля, где показано такое океаническое дно, там явно постройки либо храмовый комплекс, либо дворцовый комплекс, да, с координатами. Но я не... В Атлантическом океане. Да. Не с такой они пристали как раз. Вот. То есть мы сейчас не можем ориентироваться на те материалы, которые накоплены за последние там, 150 лет, потому что новых нет. Значит, нужно искать новые области, где можно получить свежие данные. А это картография, космическая съемка, геологи. И второе. Все-таки, как бы не хотелось, но все-таки атлантология, прежде всего, американская наука. Вот. Мы пользуемся их информацией, потому что у них эта тема гораздо на более высоком уровне, нежели у нас. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что РЭИПА должно бросить как бы максимум сил на восстановление и укрепление контактов с теми же, с американскими, пока они еще живут, они уже тоже, между прочим, возраст. Они уйдут, уйдет информация, а новое поколение ее не успеет подхватить. Вот. Поэтому я считаю, что необходимо просто срочно... Ну, это очередь, да. Проект вот объединение, потом объединение, да. Больше информации... У них информация, а у нас, извиняюсь, мозги. Да. Потому да, что мозги просто... с американскими... Это даже телепроекты делать... С американскими сравнивать смысла нет. Да. И последний момент, мне тоже как бы он всю жизнь задевает. То, что в атлантологии уделяется огромное внимание именно платоновской Атлантиде, мне как историку это просто очень напрягает, потому что понятно, что как Кампанелло, он на основе какой-то информации создал свою идеальную модель. Там, концентрический город, откуда у него такая информация? Ну, допустим, видел он там лабиринты минойские, греческие, да? У него что-то созрело все-таки Платон. Гений был, вот он сделал модель. Ну вот, и отчленить как бы информацию, которую он получил через, так сказать, своих предков от Египта, и то, что он там надумал, сейчас уже невозможно. Вот. Но нужно очень, на мой взгляд, аккуратно относиться именно к построению такой модели. Вот. То, что там система ирригации описана, да, география. Вот, Саша, прошу прощения. Да. Восстанавливать модель по Платону можно, потому что красивая картинка, она привлекает внимание, возбуждает, что называется, да. Но с точки зрения научного поиска, что касается артефактов, вот о чем ты говорил, да, атлантической цивилизации, а кто сможет определить именно принадлежность к атлантической цивилизации, которая до сих пор не найдена? Вот, конкретных предметов. Пока никто. Но каталог, вот каталог таких нестандартных. Потенциальных, которые могут быть. Да, конечно, необходимо делать. Да. Вот. Просто не нужно говорить сразу, что это наследие Атлантиды. Конечно. Молчу. Собственно говоря, вот то, что я хотел сказать, вот, я уверен, что как бы. Кризис будет преодолен нашими совместными усилиями. Вот. Просто нужно побольше от стандартов отходить, вот, и искать не под фонарем, да, где светло, немножко отойти в сторону к мусорному баку. Да. Мусорный бак там стоит, правильно. Да. Вот. Кстати, действительно, твоя идея-то искать, вообще не твоя, но может быть. Археологические раскопки в музеях, запасников. Сколько, не обязательно даже на дне что-то найти, а вот эти артефакты. Причем я искренне уверен, что в библиотеке Ватикана, в институте лежат... Ватикан закрыт. Да, но как, естественно, никто туда не пустит. Они об этом знают, они не публикуют, у них своя идеология, непонятная мне лично, почему. Хотя, в общем, можно предположить, что линейная эволюция от пятикантропа... Если она линейная, понимаешь, им это невыгодно. Она простая, она всем понятна, она помогает как бы как социальный инструмент управлять обществом. У тебя опять политика. Атлантология и археология, и история являются геополитическими инструментами.
Американцы нашли и засекретили. А почему засекретили? Потому что они понимают, что там есть некие технологии, и пытаются они их найти. Что та цивилизация была, она была, может быть, во много раз совершенно не наша. И они хотят, чтобы там найти. Она не была совершенно наша. Ну вот мы сейчас, кстати говоря, последний эпизод просто уже не относящийся к Атлантиде. Мы с Николаем Николаевичем сейчас заканчиваем книгу «Задолго до Колумба». Значит, там речь идет о том, что на территории, прежде всего, Соединенных Штатов существовали колонии поселенцев из Старого Света, и там из Египта, с Передней Азии, с Ближнего Востока. Вот. До конца 90-х годов, до начала 90-х годов 19 века в американской научной среде это было очень популярно. Там вообще считали, что весь восток Соединенных Штатов, долина Миссисипи, Миссури, там культура строителей маунтов, это были выходцы из Старого Света. Более того, в 1938 году произошло переселение крупнейших пяти племен с этой территории вот, к востоку от Миссисипи, на Оклахому, на территории штата Оклахома, так называемая индейская территория. Длилось полтора года, вот, там погибли десятки тысяч индейцев, потому что их просто под конвоем, как в концлагерях, вели в зимнее время. Вот, и бросили просто голые прерии. Но идеологическим обоснованием в прессе было то, что индейцы краснокожие уничтожили белую цивилизацию на территории США, которая и создала здесь очаг цивилизации там еще до Рождества Христова. То есть это было идеологическим инструментом. Да. То есть это просто индейцам вменялось в криминал, что они да, уничтожили. Все, собственно говоря. Спасибо, Андрей. Все, сейчас у нас открывается такое свободное дискуссии, вот я тогда начну сразу. Андрей, сразу вопрос к тебе, я немножко не совсем понял. Вот Андрей говорит, что акунтология в кризисе, да? А вот я с этим согласен, но скорее озвучу такой парадоксальный вещь. С одной стороны, в кризисе, а с другой стороны, столько все-таки открытий, может быть, как-то они не дошли до стадии осмысления, столько было открытий за последние хотя бы, да, 30-40 лет. То есть я считаю, что в каком-то смысле, это может быть мы, Рэй Павел, в кризисе, а вот акунтология мировая, я бы так не сказал. По поводу дальше. Кстати, по мифам тут говорили, вот самый лучший перевод не мифов, я не знаю, как, а вот аутентичный перевод самих диалогов Платона принадлежит Перову, если не ошибаюсь, Лосеву Алексею Федоровичу, или здравствующий его вот, Давыевой, там такой вот, Анна Ребекова. Философского наследия. Это один из лучших переводов, вполне можно пользоваться. Вот, пожалуйста, если есть какие-то мнения, значит, дискуссии, пожелания, концепции, ну, скажите, пожалуйста. Вот, может, кто-то коррекционный совет захочет войти, там, как-то работать плотно с нами более. Или его распустить. Ну, в общем. Кто хотел, да, главное, раз уж не да? Можете спить, если не подшло, я все время. Давай, я там еду. Значит, 5 минут не будет. Я хочу вообще сказать, где я вот 10 лет в Роите. Вот мои документы были, и была карта. Где, по моему мнению, ну это не только по моему, там американских некоторых, где могла находиться Атлантида. Она в Африке, в этом месте. И у меня были все документы, ну, все было описано, и я вот до сих пор никакого ответа от нашего РАИПа, ничего абсолютно не получил. С Александром Александровичем мы связывались, ну хоть прав я там, не прав, что-то было, но у меня непосредственно от чего, где, когда, везде все было описано. Тайну гибели вот этой власти. Ну, спасибо. Вот очень раз я дам слово. Георгий, да. Нашлись какие-нибудь мои бумаги? Нет. Пленки? Нет. Вот видите, как получается. У Александра Саша что-то многое. У него много книг, которые мы давали ему. Но это один вопрос не включен. Так, вот Олегу вот, Владимирович, я дам сейчас все-таки уж. Он сейчас кое-что здесь расскажет, потом покажет там внизу более удобно.
Наверное, надо представиться, потому что я Павлович не знаю. Вообще, я профессиональный консультант по технологии организации строительного производства. До этого, значит, мы занимались теплосетями. Лет 5, последние 5 лет я занимаюсь текер-шеффинговыми городовыми платформами, а сейчас вот ушел в космический отрасль. Но смысл вот такой. Я у вас, можно сказать, сочувствующий. Совершенно случайно, потому что у меня вот дочка занимается археологией, хочет этим увлекаться. Я попал на нашу лекторию «История цивилизации». Может быть, интересно, как вас воспринимают со стороны. Собственно говоря, я вообще-то конкретно даже не к вам пришел. Но, наверное, эти 5 минут я посвящу тому, а как это все выглядит со стороны профессионального сообщества. Потому что я увидел там такое, значит, вот я такой, да, профессиональный рыбный эксперт. И вот, значит, там такой стоит как плач, что нас, наука там, типа, не воспринимает всерьез и, может быть, ставит какие-то палки, она ангажирована. Вот эта идея мне страшно понравилась, и, значит, я ее не поддерживаю. То есть, мне кажется, никакого такого заговора не существует. Я говорю, за этот год мне так пришлось пообщаться со специалистами, я просто их... Вот с появлением такого рода литературы, как книги, скажем, Скляра или Жукова, то есть когда появились первые модели, их стало можно показывать специалистам. До этого их просто нельзя было показывать, понимаете? Там проблема была в том, что страдала сама логика. Когда идет рассуждение, не доказательства, не даже аргументация, а по аналогии возникают логические конструкции типа того, пингвины черно-белые, старое кино черно-белое, пингвины это черно-белое кино. Понимаете, у пингвинов это самое проблемы с логикой. Такого рода книжки просто не будут читать профессионально сообщество. Но сейчас появились модели, которые можно представить. И вот эти строгие специалисты. Да, и вот так получается. Вот, например, взять эти пирамиды. То есть, здесь очень много, в смысле, не здесь, а там, на самом лектории было разных точек зрения. И какие-то есть эзотерические, есть такие, есть такие. Для меня пирамида, например, это строительный объект, самый обычный. А почему нет? По крайней мере, да, это строительный объект. Там 2,5 миллиона блоков от 2 до 5 тонн, таким-то образом нарезанных, с определенными параметрами. И можно, и точно так же, первое, что я сделал, то есть у нас есть свои профессиональные сети, то есть где мы общаемся, выбираем, делаем наши исследовательские проекты. Например, вот наша сеть для СИО очень известна. То есть, если мы что-то задумали строить, то это не как раньше. Это дали деньги и строили. Требуются только технологии. Нет, сейчас это будет и экономика, и прочее. Это междисциплинарное исследование. То есть, подтягиваются специалисты и с разных городов, и даже с разных стран. И мы делаем небольшое как бы исследование. И вот мы подтягиваем. Я решил точно так же взять, и даже я совершенно конкретным именем. То есть, я подключил для, как технолога, значит, Нургаева Эльмира Зуфаровича, это, значит, начальник проектного бюро спецского строя. И мы с ним сели за пирамиду. По ходу подключали различных специалистов с МСИС, там, с Московской институтом стали с пара других. И вот мы начали смотреть. Вот пирамида, положим, мы бы хотели ее построить, давайте попробуем. Конечно, не делали инженерные какие-то, давайте попробуем прикинуть модель. Он говорит, ну что, я не хочу с этой пирамидой строить. Ну, мы можем же ТЭО сделать, то есть мы можем же технику экономического знания попробовать. Хотим мы построить эту пирамиду, ну давайте посчитаем логистику, что мы можем сделать, какие процессы можем распараллелить. Изготовить одновременно 10 блоков в разных местах, пожалуйста, хоть 100. Ладно, довести их как-то, транспортировать, да, это можно процессы распараллелить. Настрой площадки, пошло самое узкое место, тут вам любой специалист логистик скажет. Надо блоки поднять, надо организовать их монтаж. Вот тут будет самое узкое звено, потому что распараллелить это не удастся. Например, чтобы блок поднять, нужно сделать пандус. Чтобы сделать, ну, одна из проблем, одна из версий. Чтобы сделать пандус, нужно сделать насыпь по объему сопоставимую с пирамидой. Это физические расчеты, то есть они очень просто проводятся. Значит, хорошо. То есть у нас может быть один, максимум два пандуса, потому что если их будет один, у нас по трудозатратам будет уже вторая пирамида, если их будет два, у нас будет уже третья пирамида. Видите? А предположим, хорошо, очень узкое место. То есть уже не получается. То есть надо, по расчетам я не буду там, но это расчеты совершенно конкретные. Мы должны укладывать, изготавливать, транспортировать и укладывать один блок в течение, значит, 2 минут на протяжении 20 лет, ну 20 лет это так, вот 20 лет, такие ограничения, не перерываясь ни на секунду. Ни одна строительная организация в мире это не сделает. То есть эта технология не сработает. Это простейший вам анализ дает. Не какой-то там сверхъестественный, а просто обычный
так как любой строитель вам его сделал. Хорошо, может быть это, предположим, технология геополимерного бетона. Хорошо, берем справочник. Сколько нам, какая энергия потребуется, какие энергозатраты на то, чтобы разрезать материал и на то, чтобы, например, его раздробить. А здесь его нужно раздробить, потому что если это геополимерный бетон, вам любой совершенно технолог скажет, ну, в 5-7 раз больше. То есть можно взять справочник, посмотреть точные цифры. Они будут немножко зависеть от вида, то есть, например, известника от того, какой, какая технология, то есть какая, например, площадь вот, пропила, ну, для машины, площадь, в основном от этого будет зависеть, какой объем вынимаемого материала. Это означает, что если мы будем пирамиду отрывать, как предлагает некоторые товарищи, то потребуется энергозатраты примерно в 5-7 раз больше. А это означает, что не 20, а 140. Не то, что нельзя, а просто потребуется больше времени. Настолько больше, что эта технология тоже. Но даже не это самое главное. Самое главное, что, понимаете, все эти гипотезы можно объединить в модель, а модель можно просчитать, с ней можно играться. И сейчас все проекты делаются, собственно говоря, именно так. То есть, вот, если вы даже будете строить себе дом, вы пойдете к специалисту, и он будет сидеть за компьютером в такой программе, как архикад и дом-план. И вот примерно следующий диалог. Я хочу сделать, предположим, стены из кирпича. Хорошо, значит, вот фундамент такой, да? Тяжелый год фундамент, соответственно, значит, плавающий не получится, должен быть глубокого залегания фундамента, поскольку у нас, предположим, зима, значит, он должен опускаться ниже точки промерзания, иначе его разорвет. Видите, уже будут определенные параметры. Но зато можно сделать, скажем, черепичную крышу, и это выдержит. И это будет стоить сколько? То есть сразу же может быть посчитана смета. Вы скажете, ну хорошо, тогда давайте, предположим, выберем для стен другую технологию, скажем, каркас. Вот, это самое. Каркас там из брусья, да, такого посечения, отшит, предположим, ЦСП с мелкоструйчатой плитой или там еще каким-то, как вы скажете, или ОСП, которого ты не боится. А такой-то заполнитель, вот, сразу же, вот, соответствующий фундамент уже плавающий придет, но зато нельзя будет сделать это сама. Видите, такого рода вещи можно легко просчитать. Если вы будете считать буровую платформу на шельфе, там настолько будут вероятностные, значит, факторы, что вам придется строить вероятностную модель. Они строятся уже в специальных программах с помощью нечеткой логики. Есть экспертная система, которая позволяет вам все равно эти факторы оценить. Для тех, для такого рода данных, которые характерны для ЛАИ, для ЛИПА, вам придется строить модель вероятностную на нечеткой логике. То есть а выводы там будут на основании теоремы Байеса. То есть эти тоже программы. Я здесь, у меня сейчас в компьютере есть совершенно конкретный пример таких моделей, конкретных, то есть, правда, под свои конкретные проекты. Я покажу, как это делается. В принципе, ничто не мешает вам сделать такую модель с пирамиды, ничто абсолютно. И главное, что с ней можно будет играться. Но вам потребуется помощь экспертного сообщества. Здесь одно человека. Вам, вы все равно не обойдетесь без спецов, но спецы должны привлекаться не так, как сейчас мы это делаем. То есть не то, чтобы их надо в свою веру затащить, например, поверить в пирамиду. Я не знаю, честно, как они там строились, инопланетяне там где или нет. Я говорю, что как строительный объект можно проанализировать, и в каждом данном случае вам потребуется просто соответствующий специалист. Вот у меня был хороший пример, но, наверное, я вам там позже расскажу про анализ микровкраплений на египетских артефактах. Например, тоже подключили мы со своей стороны специалиста, и он сразу же сказал, он даже определил по, значит, тому, по той спектрограмме, которая была получена. Как, что это за сталь? Когда она была произведена? Он, в частности, ему меньше советская сталь была произведена в совершенно конкретное время, именно когда Китай перекрыл нам поставки вольфрама. И что ферросилиций для выплавки этой стали изготавливался на Ермаковском комбинате ферросплава. Его конкретный вывод. Я потом объясню, почему он так пришел. Я такого не могу, здесь нужны специалисты. Вот, в принципе, да, беда как раз, пандам. Беда официальная, интересная беда науки, официально историческая, они не привлекают специалистов вот, из других областей практически, вот, которые могли бы вынести свое экспертное мнение, вот тот же самый, как эксперты, историки, они не могут. Специальные науки невыгодно привлекать, конечно, потому что, можно сказать, не то, товарищ привлеченный. И тогда придется менять всю эту концепцию в целом. И выяснится, что тогда многие звания, должности и награды получены незаслуженно. Сейчас время собирать камни, время обобщать на самом деле по аутологии. Вот поэтому не привлекаю вообще. Но это не так, что вы не можете там привлечь других специалистов. Например, мне все равно, ну, положим, я вам сделаю такой анализ сам, только я не буду там писать
Как это? Инопланетяне привлекали или нет? Я не знаю. Где вот, нет? Пирамиду подключи, пожалуйста. Но логистику я вам посчитаю, что тут не стоит, будет для меня угрожать. Так, если кто-то еще хотел что-то такое, дремавку или заключение, прошу. Ну, вопрос, то есть конкретно, вы, вам как подрядчик можно вот заказать, построить, и вы можете посчитать стоимость, которую современными технологиями пирамиду сделают. Так, что такое? Другой вопрос возникает. Зачем строили пирамиду? Это не мой вопрос. Давайте его оставим. Мы сделали почему-то. У вас проскочила на броне. Вы сами ее даже не заметили. Я потом. Здесь завершили. На самом деле, я озвучил, как Александр Петухов уже помоделировал и начал говорить. Я с ним не знаком, к сожалению. Но мне идея очень понравилась. В нужном месте, ну то есть в правильном направлении все. Не грузить специалистов, я не знаю, честно говоря, инопланетяне или нет, но со своей стороны можно сделать, например, логистику. Ничего страшного, не сложно в этом нет. Вы там представляли про теплосеть. У кого-то такого. Занимаетесь чем? Это я свой профессиональный путь рассказывал. А, вот. Давно. Сейчас это было 10 лет. Спасибо, Олег. Сейчас еще вопрос внизу. Значит, в завершении что я хочу сказать. Вот все, и пожило, все замечательно, несмотря на кризис, вот мы здесь, мы дружим, мы работаем. Выражаю благодарность вот, дирекции музея, Шапошникову Николаю Борисовичу, который нас привечает здесь выступать. Вот, и потом просто сейчас не требую ни от кого значит, ответа, просто значит, подумайте сами, в какое время вот, у нас мы хотим попасть в Могилу Александра Александровича в июне. Когда это кому удобнее сделать, то есть вот первая половина, там, декада, первая, вторая, ну подумайте, вот, тянуть долго не стоит. Я узнал номер захоронения, вот, звонил Николаю Анатольевичу, вот, так что можем ехать только надо скоординироваться, то есть я должен понять, кто хочет, собирается, и потом уже с ним поговорить, когда. Все, спасибо большое, вот, и, значит, просьба дать партию.